Приветствую вас. Так или иначе, им не дает покоя то, что вы делаете. Так или иначе, им не дает покоя ваша судьба. Так или иначе, они вами интересуются. Так или иначе, вы что-то для них значите. Я имею в виду для своих коллег. Вот. И так или иначе, что-то их интересует. Вот. То есть это означает, что вы для них важны. Вот. То есть можно, конечно говорить о том, что именно важно для них, да, то есть мы вот как бы, ну, мы можем не знать, что именно важно им, да, то есть мы можем не знать, почему. Они вами интересуются, да, вот, но совершенно однозначно, совершенно точно, что вы для них имеете какое-то вот большое, ну, большое значение, вы для них вообще имеете значение, вот. И по идее, да, вам должно это, ну, по крайней мере, вам, вы можете этим гордиться, вы можете гордиться тем, что зацепили каких-то людей, да, зацепили людей своей позицией, да, своими действиями, вот, то, что люди вас помнят, то, что люди о вас знают, то, что люди о вас спрашивают, вот. Так что здесь, мне кажется, значит, ну, совершенно очевидно, да, что это вообще момент позитивный, вот. Ну, конечно, исключение, наверное, только такая история, если как-то вот вас это беспокоит. То есть, к примеру, да, если вы боитесь, допустим, чего-то, вот если вы боитесь чего-то, то да, тут, конечно, тоже отдельная история, страх. Если вы чего-то боитесь, то с этим, мне кажется, нужно будет отдельно немножко работать, потому что страхи редко бывают сами по себе, то есть если какой-то вот страх имеется, то это, ну, все-таки это не случайно, все-таки это вот есть причина. Вот. На самом деле оснований для того, чтобы вам интересоваться, может быть всего лишь несколько. Это я могу сказать совершенно точно. Оснований может быть совершенно несколько, только. Значит, первое основание – это, по сути, значит, что-то позитивное, это в этом смысле, к примеру, как у вас, допустим, дела, как у вас, допустим, жизнь, да, то есть дальше вот коллеги, к примеру, коллеги вами интересуются, коллеги хотят знать, как вы, коллеги следят за вами и так далее. Ну, вы это можете легко опровергнуть тем, что, например, с этими коллегами, допустим, не поддерживаете связь. Вы можете опровергнуть это вот таким моментом. Вот, и здесь, на самом деле, непонятно. Здесь непонятно, поддерживаете ли вы связь с коллегами или нет. В любом случае, это может быть позитивный момент, а может быть момент и деструктивный, то есть коллеги интересуются вами, интересуются тем, что вы, к примеру, делаете, тем, чем вы занимаетесь, для того, чтобы, допустим,
для того, чтобы увидеть вашу слабость, увидеть вашу какую-то вот, ваши ошибки, и увидев ваши ошибки, они могут, начну как-то вот сказать, а вот, типа, мы говорили, а вот мы знаем, ну и так далее. То есть они пытаются найти на вас какой-то негатив, они пытаются как-то вот вас дискредитировать, возможно. Вот, понятно, что это просто предположение, но тем не менее. Вот. А в принципе, вариантов больше нет, по крайней мере, таких вот общих вариантов больше нет. А совершенно однозначно, что могут быть варианты более индивидуальные, скажем так, но это, опять же, только при условии, если вы расскажете как-то вот свою историю, да, то есть, чтобы мы узнали, как вы, отношения выстраивали с коллегами, да, и чтобы мы имели об этом, какое-то представление. Вот если вы дадите нам эту информацию, то, может быть, мы сможем вам рассказать о том, почему коллеги вами интересуются. Вот, пока что на данный момент я бы сказал, что можно вам только так ответить на ваш вопрос. Больше вариантов нет, быть не может. Все остальное, то есть это просто вот из разряда погадать. Вы уж простите, да, но это все из разряда именно погадать. Вот, поскольку психологи не гадают, то, соответственно, больше вам ответить ничего я лично не могу. На этом все. Если вы вдруг решите поработать, да, на эту тему, если вас эта тема интересует, возьмите консультацию, одну, я думаю, за одну консультацию, в принципе, да, вполне можно будет выяснить, как у вас складывались отношения, почему вам это запомнилось, почему вас это волнует и беспокоит, да? Вот, то есть, я думаю, что так, в принципе, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно, вот, я правда надеюсь, что вам это было полезно, вот, значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.